Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6, кампанию за Эйду. Всем привет. Мы находимся в Китае, в предыдущей серии. Чем тут делаем вообще, Джек Шепард? Я какие? Короче говоря, по мотивации, честно говоря, вообще непонятно. Мы просто были в Америке, и вот мы здесь. В последней серии мы убили товарища с бензопилой. О, автобус. Конечно, да. Как долго он ждал, а? Скажи мне. Как долго он ждал тот момент, что он был? Меня зовут Акакий. Я немного псих. Хорошо. Блин, у тебя долго еще пилить будет? Ой, там прям. Он не успокоился все никак. Короче говоря, как он подловил момент вообще? Я мимо него пытался пробежать, и он был, видимо, в замахе. Нет, как он вообще попал на автобус? А, ты вот про это, да? Продолжаем идти. Я не знаю. Давай. Пинай его. Коротко. Падай. Вывеска. Так, автобус остановился. Все. Что происходит? Не знаю. Я об этом. Прыгает такой на прыгалку. А там внизу? Что делать? А, ну. Ну вперед. А, вон, впереди давай цепляйся. Ты что делаешь? Не, мы поехали. Да, Байден тут по-другому вообще никак не прыгнуться, что ли. Почему мы едем назад? Кто водитель этого упорного автобуса? Я посмотрел на самом деле, кто вообще водит автобусы в зомбированном Гонконге. Джеки Чан такой. А ну-ка сейчас заткнулись сюда. В комментариях. А ты можешь вот так смотреть? Я Бэтмен. А, так, нет. Ты не Бэтмен. Я еще помню времена, когда Бэтмен не был упорный. Ой, вывеска. А, ты нажал, да, что-то? Что сейчас произошло? Я ничего не ждал. Да? И он опять ты. Как он это делает? Объясни. Забей, что у него масса в 20 раз больше, чем у нас. Что он каким-то непонятным путем. Смотри, смотри. Вот сюда его надо привести. Я просто тебе показал для наглядности. Угу. Как работает тот. Так, а нам никак не пересечь. Не пересечь эту штуку. Надо, видимо, стоять, потом он замахнется под удар, мы отбегаем, он ударяет его. А с чьей стороны такие же есть? Может, это вообще просто как арена, и нам нужно стрелять по нему. Не знаю, мне перезаряд. Ты видишь, что сзади? Да, сваливай. Ты понимаешь, что он спас тебе жизнь, а я нет? Спас? Я думал, ты выжил. Я вроде как успел нажать кнопку. Это кошмар какой-то, Джек Шепард. Что происходит в этой серии? Она плохо нажать. Я не успел нажать. Ну это странно, да? Странно, что ты не крикнул Джеронимо. Пока летел. Сейчас, короче говоря, у нас пара-тройка смертей. У нас я-то жив все это время. Ну потому что тебе кнопочки не надо нажимать. Блин, я только за те кнопки затем взялся. И стало время, пришло нажимать другие. Джек Шепард, я не могу, я начинаю беситься. Мне нормально, я смеюсь. Зритель посмеется. Да я не ту кнопку нажал. Она уже такая: Артур, ты задолбал. В экран повернется такая, рука такая, буф, тебе в лоб. Я приду к тебе ночью, убью твою семью, сожгу твой дом. Так, первый раз. Второй раз. Ага. Окей, контроль меня дергает потом. И вообще ой-ой-ой-ой, у меня была снайперка в руках, я перезаряжался, и в общем сейчас он меня убьет. Как только от тебя что-то стало зависеть, ты сразу налажал. Так. Я ползарую в меня, давай. Кажется,
эта серия какая-то странная, ты не находишь? Понимаю. Давно таки не было. Да, ты опять у меня робот. Ты, наверное, там опять качаешь что-нибудь незаконное. Что ты бубнишь там? Там кроме статического скрежета ничего не слышно. О, спаси меня, Джек Шепард. Я тебе в лицо стрельнул. Мне нехорошо, мне нехорошо. По-моему, я успел. Нет. Ну как мне? А, нет, успел, успел. Молодца. Ну, у тебя здоровье почти нет. Уже есть. Когда это успело произойти? Ну, конечно. В застрабящем городе поезда вот как раз 10 минут ходят, да, постоянно? Офигеть, ты бы знал, как это сложно. Тебе-то хорошо, ты там устроился, смотришь, блин, по сторонам. Шикарно. Я наблюдаю интерактивное кино. В котором убивают главную героиню каждые 2 секунды. Да? Это самое смешное, что главная героиня ты, это еще смешно. Я главная героиня. Ты главная героиня. Ты просто главная героиня этой игры. Не спрашивай тебя, почему? Да умри ты уже, ну мне. Я вот держаться от него подальше. Патроны! Да сдохнет уже. Запрашиваю патроны. Витконговцы прижали вот нас. Вот когда вот это вот? А, это пока. Будет рублен. Офигеть. Сделал? Конечно нет. Но это невозможно. Блин, я не знаю, я тут. Ладно. Ты это вырежешь, окей. Нет, я не буду это вырезать. Пусть люди познают боль вместе со мной. Я познаю лишь юмор. Хороший настроение. Новогодние каникулы, посмотреть, как Артура убивают, пока он женщина. Держи. Он пропилил мне прямо там все. Да все нормально на самом деле. Тебе показалось. Это не просто больше, действие больше, наркотиков. Нет. Ты дал мне наркотики? Конечно. Гори-гори. Он вообще нет смысла выстрелить. Я его ударил. Давай, иду сам. Стрелы половина отлетает. Он прыгает. У меня в попе слово. Давай в колено теперь еще. Ой, что он хочет? Ой, я в него попал, он сидит. Подходи, подходи. Так куда я в него стреляю? О, его реально в принципе. Давай. Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь. Да блин, ну как это сделать? Ты лузер. Это офигеть. Я просто так быстро нажимаю, как могу. Зачем они это сделали? Джек Шепард, объясни мне. А можешь ты? Не самое очень. Главное, что сначала ты мучаешься полчаса, а да, потом происходит это дело. Потом бы сразу, да? Раз здесь. Я так понял, это происходит. Прогнать. После того, как мы нанесем ему определенный урон. Я понял, что мне страшно. Ну я не знаю, как ничего не сделать. Дай джойстик мне. Ага, ну конечно. Залили. Ты слышал, он тебя еще только что не залил? Я отпрыгнул. У меня все было под контролем. В голову ему упал. Ну, падай. Давай, о! Вот, ты смог. Сак. Я думал, он не умер. Это Resident Evil 6. Сейчас такой, помнишь, ты обещал убить меня последним? Просто видишь, ты в чем дело? Его не порвало на куски. Ты Человек-паук. Блин, это было настолько сложно, что просто не передать словами. Короче говоря, если... Я уверен, я прошел бы этот момент без рук. Если они что-то не сделают с этой серией, то я в Resident Evil
возможно, больше не буду играть, потому что из всего, что было, вот компания за Леона была крутой. Ну, за Криса ничего такое. Ой, полюбил. Но это не резидент, на мой взгляд, все-таки. Ух ты, как красиво. Да. Ой, Леон пролетел. Леон? Ага, мягкой посадки Леон. Вот, это, похоже, сильно разозлился, наверное. Иди так. Да, мне понимаю. Ты смотри, самолет упал. Да ты ре... Ты все это время был рядом. Я ценю это. Да. Я обхватился за твою ногу и... Подожди, это не то здание, где плавал... Да-да-да, где второй этаж, другой на четвертый. Опа, все. Иди продолжай свой летсплей. Я буду тут стоять. Сечки. Так и замолчали. Дай насудиться мне. Так, все. По-моему, пора валить, Джек Шепард. Валим. Потом мы тут останемся. Без нас. Я бы остался. Ты швабра и кровище. Ну, видимо, кто-то... Умеет убираться, да. Кто-то шваброй очищал кровищу. Такие замолчали, такое потрясение нервное. Вот. Мы сейчас будем играть либо с Крисом и как там звали второго? Пирсом. Либо с кем мы еще? Либо с Леоном и Еленой. Еленой. Давай лучше боты пусть будут, потому что в последней серии так тупил этот игрок. Давай. Поэтому лучше будем играть с компьютерными ботами. Я, по-моему, помню, такая сцена, она была, нет? Нет. Значит, а, это когда мы по паромам прыгали и кричала она, что нас открывает. Да, было такое. Мотивация твоя. Объясните мне ее мотивацию. Зачем она это делает? А, ну, насчет него-то она знает, а Шерри зачем ее убивать, если они в одной команде? Или она просто разглядывала? Ладно. Просто смотрела она. Простите. И начал живой по этим. У нее вообще не эмоции маленькие, у нее вообще совершенно. Зато голова разлетелась. Ага. Ну, кого-то не останавливало. То есть ты сейчас будешь прикрываться снайперки, а я буду... А как я? У меня 3 патрона. По-моему, это не очень хорошо пошло. От кого прикрывать? Не знаю. Вон летающий тварь какие-то. Мимо. Или я попал? Чё не мимо, ты двоих сразу снес. Я крутой, а я думал, ты просто стрельнул. Нет, я не понял, что у меня, оказывается, патронов не было. Так, там на них лодка плывет. Это было круто. Ну отсюда прикольно посмотреть все это. Вот сейчас они будут бегать по этому паромчику. Нет? Да-да-да. А, кстати, нас тогда, по-моему, компьютер, да, прикрывал? Мы не знали, кто нас прикрывал. Я помню, что сейчас какая-то здоровенная хрень, по-моему. Нет, бензопильщик сейчас будет. Да-да-да. Ты еще помнишь? Я помню, кстати, да. Ну, потому что он меня там пытался убить. Стой, Джек Шепард. Я попал ему в ногу. Да, прицел трясется, как я не знаю. Я еще не попал никуда. Все, у меня нет патронов. Я ему в ногу попал. Кто-нибудь добейте из них. Кстати, мы можем не спускаться и дальше продвигаться. Чувак. Они пилят Елену. Давай. А, ты попробуй попади. Я понимаю, что мы можем бежать, но нужно их прикрывать, по-моему, нет? Ну так, как бы. Ну отсюда поближе будет, да. 5 патронов я нашел. А вот тут ты должен прыгнуть, я не могу. Они уже вне зоны почти. Я Бэтмен. Because. Так, что там? Он все еще танцует с ними. Снайперские патрончики. Круто. Нам летит. Кто-то к нам идет. Ах, да что ж вы. Перезарядка. Пожи. Ну
Вкуси дробовика. Да мы сами сейчас его вкусим. Все, ну наконец-то. Так, быстро отвлекаем. А, они уже, нет, они не разобрались, все так же. А бензопильщик бензопилит. Ох, как я ему в голову попал. Мы с тобой одновременно выстрелили. Самое-то, конечно. И опять. Дело. Я его много, правда, попал? Че, им так плохо стало? Может, вот теперь он умер? Нет. Круто. А вот это все коробки. Да, я тоже так что понял. Еее. Давай, прыгай, 18 метров. Не надоест это. Ты видишь, где они? Да. А, вон они пробуют. У нас же маркер прям. Паркур. 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 Там впереди что-то упало. Там что-то упало, да? Ну да. Там же потом балка пролетит, помнишь, которая... Да, у нас такой миллиметраж был. Испугался. Я такая темная, страшная, главное. А вон эта балка на самом деле. Прям на самом? Угу. Сейчас посмотрим. Блин, у меня камера как-то вообще неправильно сместилась. Ага. Ууу, падает еще труба. Ой, балка заходила. А мы должны как раз наверх подняться. А точнее ты. О, вертолет прилетел, я слышу его. А я тут. Я уже. Так, что мы делаем? Оба. Возможно, мы ждем. Пока не проедет. Давай, давай вот так бегать кругами, давай. Друг за другом. И-и-и, ща поймаю. Это тупо Джек Шепард. Ну ладно. Я как и, мне норм. Я им там маленько огонька добавлю. О, пришло. Этих тварей так сложно. Я попал, а ты? Да. Я еще попал. Еще попал. Мы его просто порешетили, Джек Шепард. Потому что мы спецназ. Спецназ. А, помнишь, ты мне потом говорил, что прилетела за мной Ада, и меня как-то схватило и утащило от нее. Он меня почти убил, а я этого не видел. Вот сейчас я, наверное, посмотрю. По-моему, он не умер. Вертолет лежит. Я тут думал, сейчас с ним еще воевать будем. Чё происходит, куда? Всё нормально. Хорошо. Чё дальше? Что делать? Тупо на самом деле. По большей части смотрели. Да, но это было бы интересно, если бы там было варианты. Оба. Вот тут я помню остался один, мне было страшно. Ну вот, снова их спасать. Ну да, ты, блин, я только целиться начал, он мне на вертолет примесил камеру. Так, нам надо разве как-то один вертолет от другого отстрелять? Твой выход, да? Что надо было делать? Надо было что-то я делать? Я в него три пули отправил. Нет, надо было вертолет что-то делать, похоже, потому что камера на вертолет наводилась. А у меня нет. А у меня, да. Просто... Господи, а то дайте нам это пропустить. Скипнем. Вот, мне показывают на Шерри. Мне показывают на вертолет. И что мне делать? Вот. Вот, мне показывают, что... Вот. Оп. Офигенно. Спайдермен, Спайдермен. 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 Бэтмен. Я даже не знаю, кто из них я. Палимся.
На самом деле, где их было. Вот как все было. Я пока что впервые увидел какую-то пользу от этого дополнения. Ну, кроме увеличения количества геймплейных часов, чтобы потом сзади написать там 60 часов насыщенного кооперативного геймплея. Ага. На самом деле одни и те же уровни. Которых 10 часов вы, если будете играть за напарника, будете смотреть на попу Ады Вонг. Это круто, на самом деле. Я бы купил. Ну, ты и так купил. Ну, ради этого. Купил. Бэтмен. А, кстати говоря, это дополнение я скачал, потому что я не знаю, сколько оно весит. А, ну там, блин, 3 мегабайта. Вот это я все понял, весь контент уже был в игре. А, ну то есть... То есть его просто открыли все. Понятно. Молодцы, че. Это как с Resident Evil 5. А нет, это там, в Gears of War, по-моему, так было в каком-то, да? Вроде бы в третьем. Короче, где-то это было много скандала, а сейчас уже привык народ и хавает. Да. То есть продают часть игры, которая на диске находится, за которой... А остальное там... закрыто. Да. Ты как бы... Нет, я про то, что говорю, что на диске оно уже находится, но ты за это что-то платишь. Да. Вот сверху. Тем не менее, сколько времени прошло? 20 минут, можно еще начать следующую главу. Давай, да, на самом деле. Ну, я, как обычно, лучше тебя стреляю. Ну, потому что ты просто круче. Тебя зовут Агент, кстати говоря. Да. Меня зовут Агент, отлично. Агент Акакий. К вашим услугам, сэр. Так, а, я, кстати говоря, могу купить себе огнестрельное оружие второго уровня. Купи. А, третьего уровня, вернее. Купи. Все, круто. Так, теперь... Все, я вышел отсюда. Зачем оно мне? Мне и со вторым неплохо было. А, кстати, арбалет это огнестрельное оружие или нет, считается в игре? Не знаю. Просто, по-моему, меня кто-то где-то кинул только что. Потому что с арбалетом в основном бегаю. Ой, как темно. А, это тот самый корабль. Ой, блин, да он же дурацкий. Геморрой. Ну, вот они собрали все самые отстойные локации сами. Да. Ты со мной? С тобой я. Спецназ! Влетаем! Что ты делаешь, Джек Шепард? Я пытаюсь влететь. Я в другую сторону смотрю вообще. Не надо влетать в стены. Ты отстойник, ну что ж ты делаешь? Здесь стены. Джек Шепард, иди сюда. Подожди, там везде были стены. Коман! Вы ведь видел их. Так, сюда не пойдем, хорошо. Лок. Здесь написано лок. Командер лок. Лок. Джон лок. Песня. Зачем ты это делаешь? Кто бы там ни был, он был. Ты насмотрелся фильмов Джона Ву? Да. Блин, я перезаряжаюсь, убей его. Парку. Иди мне. Там еще один. Ты справился. Я справился на отлично. Это, знаешь, это место, это мы бежали, когда корабль был самоуничтожался, что ли? Мы бежали в другую сторону. Да, было такое. Только тут, по-моему, были эти, как их? Ну, три ключашки надо. Телефон у нее, конечно, модный. Только его носить в кармане, я думаю, не очень удобно. Да. Я прям представляю, как сидят в офисе Capcom. Как нам удлинить игру? А давайте вместо одного поиска одного кода мы сделаем поиск трех кодов. А давайте. А давайте на том же самом уровне. Я он видел. Подними ключ. Какие проблемы у людей, которые купили пятый iPhone? Он говорит, в середине такой мягкий, что когда они садятся, если он в заднем кармане, он гнется. Прикинь. О, какие враги появились. Давно мы их не видели, да? Угу, давно в них не стрелял. Короче, погнутый iPhone 5 это супер. Поэтому все пользуйтесь. Какой у тебя телефон, Джек Шепард? Такой же, как у тебя. Ну да. Ну и просто. Такой хороший телефон. Да, потому что ты клёвый.
Они все телефоны. Я взял часть этого монстра. Зачем ты ее взял? Я съел ее. Отвратно. Нормально. У меня теперь будет изжога. Изжога, говоришь? Ну ладно. Это, кстати, прикольное место на самом деле было. И здесь как-то оно более под этот, под экшон заточено. Я потерялся, здесь везде стены. А у меня заперто с другой стороны. И тоже кругом стены, так что не волнуйся. Заперто. Я вас так понимаю. Куда идти? Да ты успокойся уже, ну. Это Dead End. Я на какой-то... Тут какая-то золотая дверь в Титаник идет. Где, я не знаю. Здесь на самом деле как будто жил капитан. Ну, на самом деле, да. Натурально безумный капитан. Больше тут ничего нет. Где тут ты? Вон на столе. Я тут так темно, что я нифига не вижу. Иди, а, здесь ко мне. Есть 2000. Come here. Звуки выстрелов. Я не слышу. Stay close. Stay close. У меня контрольная точка. Я тебе говорю, stay close, а ты где-то там? Не знаю. О, я нашел тебя. Отлично. Вот там где, там, где там пушка новая? О, тут клевище-то кругом. Это ты? Тут мертвый капитан. Где я? Кто я? Это не капитан, а ты юнг какой-то. В чем шляпе? Опять заперто с другой стороны. Так, мы вообще в какой-то... Очень интересно бегать по этим коридорам, еще и без карты. То есть... О, о, мужик с пулеметом. Ой, зачем я это сделал? Мертво. Что ты сделал? Оно само, шеф. Дай женщине оружие. Ой. Смотри, как клёвый. Я... Ты клёвый. Я крутой. Ты... Чё это? Ну, давай с ним там. Тогда посмотрим, как ты спрячешься. А я не могу тебе помочь, прости. А мне не надо помогать, они горят. Зачем ты скинул их под огня? Я хотел тебе помочь. Они горели прям вполне себе неплохо. Меня зовут Акаки. Именно. Да они, по-моему, отъехали оба. Что мне делать? А, ну все нормально. Это было круто. Ой, тихо. Вот это как-то не очень. Троих убил сразу выстрелом. Круто. Нет, троих нельзя, двоих. Троих. У меня камера опять с ума сходит. У него ноги бронированы. Я по ним стреляю. А мои ноги нет. Я убью. Че, нравится? Интересно, я могу снайперка сделать быстро-быстро? Ааа, отвяжись от меня. Как тебе помочь? Как тебе помочь? Как тебе помочь? Он прям в тебе. Я стреляю тебе в лицо. Мне все нравится, мне нравится. Он у тебя на лице. Господи. Так, это какой-то чулан. Это называется чихнуло, да? Вот это чихнуло. Командир, я сама офигела. Так, подожди. Здесь ключ. Здесь? Здесь, да. Здесь ключ, я не могу его поднять. А, ты не можешь ключи подбирать? Я совсем старый стал, да? Старость, не радость. Давай, бери. Бери уже. Она их даже не берет. Еще один я у цели. Да, ну, да. Ты у цели, а там без меня. Я опять завыду. Да ты успокойся. Деньги поровну поделим. О, я что-то нашел. Ведь не поделим же, да? Ну, вообще-то нет. Да, ради 50 очков. Веди меня. Нет. Ладно. Иди, я пойду с тобой. Хорошо. Блин, да что ж это такое? Эти каюты, они одинаковые все. Human Revolution напоминает. Мне это напоминает. Там были в отеле. Resident Evil Revelations. Ну, да, но вот тут. Я хочу Resident Evil Revelations, чтобы выпустили на PlayStation 3 и на Xbox. А сказали, вроде будет. Это пока что на уровне слухов. HD версион. Тебе там даже кто-то написал: Артур, пройди, ты же знаешь, что она по-любому... Ми... Тебе что, нехорошо там? Чихнул. А, ну ладно. Да где ты, господи? Не, мне норм. В 20 метрах от меня это мега.
Ты идешь, нет? А я идти должен? Я отстреляю. Ага, понятно. Тут каюта, куда идти-то? Ну, дальше. Щит. Да, вот тут было закрыто. Я бегу к тебе. Вот тут кровь. Так, тут мы были, по-моему, нет? Нет, сюда мы не поднимались. Нет, мы тут поднимались, тут как раз три ключа надо ставить. А, все правильно. У нас два. Парочку вставлю. А, то есть мы два не можем ставить, пока третьего нет. А, блин, говорил же. Ну, пошли. Давай по-новому поищем. Ой-ой-ой. Давай поищем по-новому. Ну, давай. Снайперка прикольная, с быстрым выстрелом. Просто убивайте. Не то, что ты там вручную. Я крутой. Я да, же тоже их снайперки убиваю. Ты там будешь что-нибудь? Я пытался сделать быстрый выстрел, но я корявый. И меня ударили. А я нормально. Где же я пройду? Где может быть третий ключ? Наверное, там куда указывает. 42 метра? Может быть. Как не думаешь? Ну, кстати, вполне возможно, на самом деле. Тут туда еще попасть как-то надо. Ну, я почти попал, кстати. Слушай, я действительно почти дошел. Только тут красная дверь. И ты там где-то рядом с оружием, наверное, сейчас. 6 метров. Вот тут есть дверь, и прям за ней. Беги ко мне. Нет? Я тебя обниму. А, нет, на самом деле ты был прав, похоже, мне нужно идти к себе. Так, сейчас я приду. Мне просто всегда кажется, что ты не прав. Вообще всегда. Понимаешь? Почему кажется? Ты в этом уверен, ты же говорил. Ну, да. Я в этом уверен тоже. Так, вот дверь с пистолетами. И здесь лежит. Ты брал тут оружие, нет? Нет. А здесь, кстати говоря, хороший автомат «Медведь». Я наконец, блин, нашел нам нужный выход, а ты? Возьми себе автомат «Медведь». Он пригодится на самом деле. Куда идти? Так. Где какой автомат? Так, сейчас я тебя... Я только что пробежал круг. Я только что пробежал чертов круг. Ты заблудился, я так понял. Я бегаю вокруг этого места, куда я должен зайти. О, нака. За тобой гоняется всех непонятно. Да нормально. Слушай, медведи, это не плохо, я смотрю, ты садишься на него. Ой, тут врагов-то. Да, врагов тут порядком. Поэтому я кидаю гранату. Пошло не так, я просто кинул гранату. Все, давай валим, я тебя отведу куда надо. Давай, веди меня, я заблудился. Я потерялся, Джек Шепш. За мной. А где ты? Назад. А, вот, тут поворот есть, как раз. Да беги ты уже, жопа, что. Я заблудился, Джек Шепш. Да мне... вот он я. Вот ты, вот он. Ой, ты так... Ай, ты меня убиваешь. Давай за мной. Да здесь какой-то... Ой, ой, сколько... Я стреляю. Ой, я кидаю туда гранату. Кидай гранату. Забудь обо мне. Горите в аду. Ой, мне нехорошо. Они меня не пускают. О-о-о. Я поджег. Поджигай. Вору убивай. Лобыдил куда? Мне было очень... Да. Спасибо, Джек Шепард. И я, кстати, при смерти. Я круто. Знаете. Да, блин, да что ж такое? По-моему, придется их убить. Я не хочу этого делать. Я дружелюбен. Нет, нельзя быть дружелюбным к этим тварям. Короче, туда дальше бежать? Нет, за мной, за мной, за мной. Где ты вообще? Или стоп? Да. Мы не выберемся отсюда. Все, я дальше знаю дорогу, давай. Мы с тобой прекрасно ориентируемся в пространстве, ты заметил? Вот, это дверь. Я тут был. А, она была закрыта. Я подлечил нас. Зачем ты это сделал?
Я без... Куда ты пошел? Заперся с другой стороны. Так вот же дверь, вот тут вот, вот. Или это не открывается? А, подожди, подожди. Вон он садит по стеклу. Вот. И все это время. Ага, здесь тогда, помнишь, нас разделили еще. Угу. Ты там с мучачеством дрался. Ох, наконец-то. Блин, опять эта хрень здесь. Да, наконец-то. Ага. 35 минут. Сейчас мы... Допилим его все-таки, ключи эти соберем. А знаешь что? А у меня есть план. У меня есть план. Отлично. Называется «Бежим нахрен отсюда» план. А мы отсюда не выберемся, сейчас просто погибнем. Нет? Я выберусь. Нет, так нет. Ключи-то все равно у меня, поэтому ты должен меня защищать. Нет, я убегаю. Я побежал в другую сторону, это нормально? Это окей, но я уже почти выбрался, кстати. Но ключи-то у меня. А, они все гонятся за тобой. Красная стрелочка на кого показывает? На тебя с ключами? Я действительно не могу встать ключи. Да, блин, их тут просто порва. Мне просто нужно смотри, убежать. Там твой зеленый ник такой, знаешь, сквозь терни пробивается ко мне. Давай. И дофига просто. Ты смог. Ты там встречающую делегацию. Угу, встречающие с зажигательной гранаткой. Подожди, я что-то туплю или мы что-то неправильно сделали? Три ключа же. Ты ключ-то взял? Просто... Ну да, вроде как. А у нас два их показывают. Твою мать, как это произошло? Я еще думаю, что как-то я удалялся от красной точки, но я думал, это ты с ключом. Не, ну я же его убил. Ну а ключ ты забрал? На записи посмотрим потом. Теперь мне показывается какую-то хрень. Вот на эту ползучу. Не ногу. И она уползает от меня. Может быть, она ключ съела? Вполне возможно. И она свалила и вышла из другой вентиляции. Окей. У тебя, походу, начали действовать психотропные вещества. Я жду. Я его взял. Ты слышишь, что я тебе говорил? Так, вот, типа, стоит волос. Да. Все, их три. Че это было, Джек Шепард? Я не знаю. Я наконец бегу. Так. Фу, хорошо. Все три ключа на месте. Можно. О, да. Это пытка. Ребята. Тут нас кто-нибудь возьмет? Чувствуешь, как он распространяется по твоему телу? Ага, понятно. Ну, ты прям такая добрая. Какой-то мексиканский сериал, вот и мой злой близнец. Который на самом деле брат моей сестры. Такие дела. Давай на этом завершим эту серию. Давай. Следующий, я так чувствую, будем еще пробираться дальше по этому кораблю, потому что когда мы бегали тут за Криса, по-моему, тут еще достаточно много экшона было после того, как, ну ты понял. Ну да. Короче говоря, мы еще, похоже, побегаем тут следующую серию. Надеемся, вам нравится. В принципе, сюжет какой-то начал появляться уже и начало более-менее становиться понятно, кто это такая вообще. Объясняется. Да. Так что увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.